1250. Ребят, ну находимся мы опять же в Паттайе. Ой, фу, блядь, в Паттайе. На Короне мы находимся, да? У нас получилось 1250, да? У нас, значит, получились две креветки, один кальмар и моллюски. Да, вот лобстер, да, он стоит здесь 1000, все, окей. Стоит здесь 1000, да? Так что сейчас попробуем. А, еще тунца мы взяли, вот, да, тунца же мы взяли. Тунец должен быть вообще фантастическим. Это все вследствие неудачной рыбалки, которая у нас сегодня произошла. Такая вот неудачная рыбалочка у нас получилась, но вроде бы все сейчас уже все налаживается, чуть-чуть попозже, да? Маш, ты как себя чувствуешь? Какая же капитал купили? Ой. Ну вот так заканчивается наше путешествие. Сегодня у нас последний день. Завтра мы улетаем ночью. Ну что, как? Очень вкусно. Ребят, вот он тунец. Вот у нас здесь осьминожки. И креветочки. Вот такие вот креветочки. Все это мы купили вот на этом гриле. И я сорвался. Сейчас все-таки тунца хочу попробовать. Все-таки мы ловили его сегодня. Я решил все-таки думать, дай-ка попробую еще такого тунца. Ребят, просто безумно вкусно. Вообще просто супер. Прям вот очень вкусный тунец. Пусть моя любимая жена мне скажет, как вам вот понравится ей сейчас или не понравится. На, вот я вот прям вот такой кусок ей даю. Вкусно. Так что прилетайте в Таиланд, пробуйте рыбу на гриле. Очень вкусно. Здрасте, земляне, кругляне. Заканчиваем наше путешествие. Я пропустил опять самое интересное. Есть закрытие номеров сейчас проходит. Но проходит очень медленно. Летим мы обратно домой. Маш, ну как себя чувствуешь? Хорошо? Ну тебе все, больше не тошнит? Понятно. Вот моя прекрасная любимая жена. А вон там у нас девчонки спят. Сейчас скоро у нас будет Москва, и там будет уже холодно, нам сказали, что там минус 10, так что встречай нас, Москва, квадроциклы и снегоходы ждут нас.